I'm alive. Дети уже не терпятся, и мы, в общем, первым их садим, а сами доделаем. А я вот доделываю тосты из маминого хлебушка. Рецепт обязательно будет в скором времени. Мне еще тостер с колбаской. Нет. Колбаска веганская. Вова, сейчас Вовчик. Вова, изюм? Отдельно ему положи чуть изюма. Ага. Вовочка, изюм в кашке, вкусно. Вкусно, мой хороший. Вот, тебе отдельно вкусно? Почему моя кашка без меда и с кокосовым маслом. А без меда? Палку колбасы. За два дня. На драку собаку. Нежелательно детей приучать к колбасе, потому что, знаешь, когда они вырастут, могут есть обычную колбасу. Я тут купила клубничку, абрикосы. Будем сейчас делать чия-пудинг. Вот я замочила, уже готов. Ну, ты, ты хорошенький мой, все хорошо говоришь. Давай, будем пробовать. Не, ну ты расскажи, что там за функции. Давай. Я даже сам, научи общем, меня смотри, пользоваться, самое смотри. Главное. Raw Meat модель. Это профессиональная модель блендера, не обычная домашняя, там, я не знаю, а это на производстве используется там где-то, в общем, в промышленности. У нас друзья, вы знаете, Экошмека, они мне порекомендовали взять такой блендер. Они делают очень много мороженого, конфетки, и совсем справляется один-единственный вот этот блендер. Вот, то есть они изготавливают мороженое на производство уже, ну, года три точно. И нас очень порадовала цена. Представляешь, в него вмещается 3 лошадиные силы. 3 коня. Мощный, как и подром. Ну вот скажи, как мне, если я хочу снизить... В общем, смотри. Очень удобная чаша, которую легко снимать. Не надо там в паз попадать. Просто поставил, все, она работает. Не надо там цикл искать. Да, вот такой вот стаканчик. Вовик, подарок. Подарок. Смотри, в общем, у него... Вовин? Да. Ну ладно, все, договорились. 2-литровый большой стакан. Видишь, какой огромный. Также, смотри, объемный нож. Жапан. Японский нож. Никаких резиновых соединений, все на металле. Все нам жестко. Есть чем сравнить. Да. Это уже даже не второй блендер. Там климатик пришел. Угу, климатик пришел, сейчас тоже будет пробовать. В общем, у него очень удобные встроенные 3 режима. Смотри, вот тут прям вот, вот этим рычагом можно настроить. Первый режим, это у нас для смузи, второй для орехов, третий это для приготовления уже супов горячих, там, крем-супов. Угу. А муку я могу делать? Да, это как сыпучий, на втором режиме. То есть оно уже все запрограммировано, ничего не надо выставлять, чтобы он не перегрелся. Режим просто выбираешь, старт он сам делает, сам обороты регулирует, сам по времени программируется. То есть, в общем, классно. Идеально. Я вот хотела начать делать муку свою. Тут даже есть мешочек для молока. Процеживания. Ага, класс. Вот. Ну, также можно лед дробить, режим пульс, обычные режимы. И, соответственно, можешь по мощности ставить, там, я не знаю, что-то тебе быстрое, если нужно. Клубнику. Добавили клубнику с бананом, сейчас попробуем чипудинг. Без воды. Вот без мне воды? Очень интересно, ну да. Почему без воды? Ну, потому что в клубнике есть вода. Окей. Смотри, первый режим, это режим смузи. Старт. Просто. Видишь, он сам регулирует обороты по мощности. Что-то перемешивалось, все. Видишь, сам делал. Ты такой довольный, как будто сам изобрел. Как будто ага, это твое изобретение. Мне нравятся хорошие штуки. Все, 30 секунд, первый режим. Коктейль готов. Давай заполняем. Да. Заливай. Красивый путь. Нравится? Вот это вот уже лишнее. Почему? Ну зачем ты стаканы пачкаешь? В наборе вот такая вот красивенькая лопаточка. Можно сюда еще добавить кокосовое молоко. Так, перемешиваете. Вкуснятина. Вкуснятина? Угу. Угу. Мам, смотри, какой у нас агрегат новый. Да, я же вчера. А, ты же видела вчера, да. Угу. Да? Вот 30 ты... секунд и готово. Кстати, материал у кувшина называется тритан.
Он экологически чистый и очень прочный. Все. Обалденно. Что, правда? Да, вкусно. Кого? Я рада, что тебе начинает нравиться такая еда. Так, в смысле, вкусно клубник с бананом, ничего себе. Ну, чья пудинг, ну, чья обычно ты. Вкусно. Я тебе вчера на работу кладывал, съел все? Вова, перестань. Я не буду читать. Я тебя слушаю, солнышко. Ты меня не слушаешь, ты смотришь на Вову, как он... Давай. Сыночка, я-то глазами смотрю, а слушаю ушами. Покажи клин, какой он. Да. Клим нашел новую подружку. Мы рады очень. Я тут прихватилась к Сайбель, а он идет и меня не замечает. Как будто бы ты до сих пор против того, чтобы я с тобой пошла. Ты меня берешь с собой? Да. Ура, наконец. А то я его спрашиваю, с утра прошу, пожалуйста, отвези меня в магазин. А я тебя не собираюсь вести никуда. А что, ты просто хочешь, чтобы я тебя проводила? Со мной съездила, по моим делам. Нет, ты меня отвезешь. Я, может быть, еще и подстригусь. Выбралась Катя первый раз в магазин. Люди, шопинг. Специально даже не заглядываю в эти отделы одежды, потому что... Бывшему шопоголику все-таки сложно проходить мимо, заходить в торговые центры и ничего не купить. Катя дорвалась. Мельком. Что, опять же не гаслось? Я к нему хочу. Такой же? Нет, поменьше возьми. Большие неудобные, я тебе честно говорю. Маленькие возьми, размером поменьше. Камни. Не, маленькие удобные, Кать. Большие они неудобные на руке. Я же носил. Они и на браслете неудобны, и на... Да, я вот этот вытащила зря. Ну, если я себе возьму. Себе возьму. Что ты? Как первый раз. А вот такой вот вы мне положили? Да, это да, тоже да. Же амазонит, да? Да. Нет, вы не взяли его. Другой, вы кругленький взяли. Хорошо, что здесь не очень большой выбор, и не разоришься тут. В общем, все, что хотели, в итоге купили. И я довольна, и Сайбель свои дела сделала. Набрала новых браслетиков. Будем делать сегодня. Завтра. Магазин пускают, проверяют температуру. Это странно, как-то нелогично. Как будто бы кто-то вот с температурой с высокой пошел бы в магазин. И как бы визуально это бы никак не определялось. Не, главное, температуры не пускают, а вот такой вот пьяный сейчас зашел. Еще и без маски такой пошел. А еще, знаешь, я же купила себе румяна, зашла в магазин, ну и подбирала себе цвет, начала там тестить, мазать, там вышла директор, стала кричать, что вы что, нельзя этого делать. А, у нас, ты да. В бьюти-манию зашла? Да. Да ладно. Ну, а как у них же тесты? А сама продавец говорит, а как люди должны выбирать? Ну вот как хотите, но тестить нельзя. Ну, в общем, ну я успела себе такие румяна затестить. Хотелось что-то ближе к натуральным, не розовое, там, не перламутровое, не бежевое. Вот такие браслетики взяла, резинки еще себе. Так Лиму хочу сделать. Такой себе и вот себе тоже. Там у меня есть одна технология очень сложная для моего мозга. Я хочу Саню попросить разобраться с ней и сделать мне браслет такой многослойный. Купила специально побольше резиночек. Сейчас проходили мимо школы, там у них какие-то экзамены, что ли, старшеклассники собрались. И стоят, курят айкос. Вот я была в шоке чуть-чуть. Конечно, этот опыт необходим кому-то даже. Все мы проходили подобное. И мне просто интересно, откуда у подростков, у школьников айкос. Привет! Что случилось? Девчата не дали самокат, уехали, он орать начал. Пойдем сейчас разберемся. Почему не дали тебе самокат? Одень пойдем. Его, он мокрый. Сейчас впереди. Пойдем. Пришли домой.
когда чай были голодный и злой, хотя я до сих пор, знаете, такая сытая, мы поели перед выходом, а он уже голодный. Ну, наверное, мужчинам все-таки больше надо. Все, что я ему не предлагаю, он не хочет. Когда он ничего не хочет и хочет, чтобы я что-то заказала, то это однозначно пора готовить просто картошку. Либо пожарить, либо пюре с фалафелем, например, как я сейчас придумала. Не знаю почему, но моему Сайбель не заходит еда, типа там киноа с соусом песто, со шпинатной подложкой. Ему это вообще ничего не нравится. От одного только названия его в дрожь бросает. В общем, он бы ел одно тесто, картошку, фалафель, макароны, гречку. Больше, ему кажется, ничего не надо. Плов еще он любит. Режу салатик. Если еще Сайбелю моему сделать салат с майонезом, то он будет вообще любить вовеки вечные. А сейчас режу и вспоминаю. Часто хочу что-то сказать, думаю, потом расскажу. Сейчас не до этого. А потом, знаете, вот когда хочется что-то сказать, и нечего. Потому что забыла, что хотела. Пюрешку решили сделать в блендере, но, слушайте, она потянула. Я себе сделала с маслом салат, а Сане вот с майонезиком. Вот и фалафель почти готов. Да. Она на соль, что норм было. Да добавим, если что. Красота. Я сегодня объявила рубрику «Вопрос-ответ» в Инстаграме. Мне так приятно общаться с вами. Так интересно, столько всего необычного мне пишут люди, задают вопросы. В основном все на позитиве. Я тут сижу рядом Климатиком, с моим котиком, он просит, чтобы я с ним полепила, а я вот отвечаю на ваши вопросы. Ну, я как бы не могу теперь бросить это дело, нужно довести до конца. Люди обижаются, пишут, почему не ответила на мой вопрос, я на все вопросы хочу ответить, но уже Сайбель там ворчит, Климатик просит, чтобы я с ним полепила. Котик, я вот, знаешь, за все время ведения Инстаграма, Ютуба, первый раз в жизни это делаю. Я сейчас доотвечаю и присоединюсь к тебе, хорошо? Хотя, мне кажется, они там бесконечны. Масик поругался с папкой. Из-за чего он на тебя обиделся? Расскажи. Не расскажу сама. Ну, расскажи, котёныш. Нет. Я тебе скажу, как помириться с ним. Как сделать так, чтобы он перестал обижаться. Ну, поделись, тебе легче станет. Они скажут, подписчики, такой плохой мальчик, ругается с папой. В общем, Клим сказал что-то обидное про папку. Папа обиделся на него. Ты просто подойди ему, скажи, пап, эти слова не были адресованы тебе. Я вообще-то это сказал. Это вообще не про тебя. Не. Это я сказал просто так. Ну вот так и скажи мне. Что у тебя, животик, Бобо? Иди скажи папе. Мама! Это мы будем кушать, когда будем смотреть «Я легенда». Все. Пойдем, Бусик. Папа, пожалуйста, прости меня. Я не хотел такие слова. Это я не на тебя сказала. Это просто я сказал. Это как? А мне все равно, что он приедет. Ну просто это значит как обычно, что он приедет. То есть я для тебя как обычно ничего не значу, да? Нет, это значит, что я тебе не знаю, как сказать. Эти слова не были.